Салим Ванна. Кто я? Лидер данного интернет-проекта, а также косметолог, тренер по продукции. Сегодня наш любимый день, среда, и мы с вами поговорим на очень важную тему для женщин, особенности. Это комплексный уход за кожей лица. Напишите, пожалуйста, для кого эта тема актуальна, потому что я периодически ее провожу и считаю, что это одна из важных тем в уходе за собой. И она может вам помочь справиться как вам, так и вашим близким, знакомым, именно помочь справиться с какими-то мелкими неприятностями на лице, да, может быть, с первыми признаками старения кожи, которые вот ну, никак не хочется ни одной. Тема всегда актуальная, и на этом семинаре мы учимся, как правильно ухаживать и как правильно давать рекомендации. Поэтому, если кто-то уже много раз слышал эту тему, что-то уже использует, то отнеситесь к этому семинару так, как будто бы вы сами рассказывайте своим новым партнерам, своим подругам о правильном уходе. То есть какие фишки использовать, что сказать, что давать лучше. Поэтому я вам рекомендую взять ваш блокнотик какой-нибудь красивый, ручку и записывать тезисно для себя важные фишки. Потому что когда я пришла в компанию, сейчас прям секундочку, друзья. Итак, когда я пришла в компанию, я именно так и делала. Мне было всегда интересно с детства, наверное, уход за собой, декоративная косметика, как выглядеть немного ярче, немного красивее. Так, сейчас вот так. И все время читала какие-то модные журналы, мне было интересно сочетание цветов и так далее. То есть я этой темой всегда интересовалась, когда пришла в компанию. Первое, что я начала делать, это посещать подобные семинары по уходу за собой. Также ходила на профессиональные тренинги косметолога, как, что, с чем едят нашу продукцию, а также как это все грамотно подобрать. Поэтому то, что вы сейчас сегодня здесь пришли, это очень здорово, что вы учитесь, разбираетесь в этой теме, потому что это важная тема не просто как для бизнеса, потому что для бизнеса это тоже важно, потому что мы работаем с продуктом, и наш продукт – это качественная, натуральная шведская косметика. Да, для каждого члена семьи. Но и также интересно, как просто женщинам, которые ухаживают за собой и всегда стремятся выглядеть молодыми. Потому что сейчас такое время настало, что мы очень активны, мы энергичны, самостоятельны. Да? Кто она, современная женщина? Она любит путешествовать, многие много путешествуют. Идет в ногу со временем, использует последние технологии в жизни и в работе. Также она заботится о себе и своем внешнем виде, потому что то, какой мы подаем еще пример нашим девочкам, дочкам, это тоже очень важно. Именно мама показывает пример, как нужно ухаживать за собой. И сейчас абсолютно ни для кого нет отговорок, почему ну, женщина как-то неправильно выглядит. Потому что мы, в принципе, все в равных условиях. Мы очень ведем насыщенный образ жизни, и у нас много внешних факторов, которые воздействуют на нас. Это и загрязнение окружающей среды, это недосыпы, это множество стрессовых ситуаций. Мы с вами не в лесу живем далеко, да? Сталкиваемся постоянно с какими-то стрессами ненужными. У кого-то напряженный график работы, несбалансированное питание, мы тоже сейчас, к сожалению, всем этим страдаем. И что это все, эти факторы к чему ведут? Конечно же, к преждевременному старению кожи. Но с
слава богу, что есть сейчас средства, которые могут предотвратить это. Конечно, я буду говорить сегодня о продукции нашей, о компании Oriflame, потому что я считаю, что это на рынке один из самых лучших качественных брендов, которые может позволить себе любая женщина, и которые действительно работают. Просто за 8 лет моих наблюдений я вижу, как выгляжу я, мои близкие, знакомые, кто пользуется этой продукцией. И мне кажется, вот лучшего доказательства просто нет, его не существует, что эта косметика работает. Я думаю, вы со мной согласитесь, и многие из вас уже тоже, у многих появляется стаж использования продукции, у кого-то год, у кого-то два. Девчонки, подтвердите, что насколько ваша кожа стала выглядеть, у кого-то исчезли какие-то неприятные вещи, там морщинки, сухости, что там еще, может быть, прыщики и так далее. Ох, у меня там просто шевелится сейчас, минуточку. То есть подтвердите мои слова, и я думаю, это является как раз самым весомым фактом, потому что кто-то, когда выбирает себе продукцию, косметику, основывается на бренде, раскрученности, кто-то смотрит по цене. Ну, например, есть люди, для которых важна высокая цена, прям высокая. Им важно, чтобы на их полочках лежали бренды известные, чтобы подруги приходили и говорили: о, у тебя крем за 10 тысяч, как здорово, вообще круто, ты там пользуешься каким-то брендом. И, в принципе, для них, ну, важен результат, но здесь, я думаю, больше важен бренд. Еще таких людей мы называем жертвы бренда, потому что они не на качество обращают внимание, а просто на дороговизну. Вот есть возможность покупать этот крем за 10 тысяч, она покупает. А если сравнить тот же, допустим, наш крем, который стоит 1000 рублей, и какой результат от него, то, ну, как бы, глупо не заметить, что от наших кремов гораздо эффективнее часто бывает. Я, конечно, не могу спорить, просто есть некоторые уже за время наблюдения, есть опыт, и я уверена, что наша продукция именно по уходу за кожей работает. Давайте посмотрим, какие у нас есть бренды популярные именно в нашей линии. Это очень классный, потрясающий бренд True Perfection, который используется в возрасте 25+. Что это значит? Это серия, которая очень хорошо подходит молодым девушкам, которые уже начали замечать какие-то первые признаки старения. Может быть, мимические морщинки мелкие, может быть, есть еще такое расширенные поры, ну, какие-то вот неприятности на коже. Ведь скажите, у нас физиологическое старение кожи со скольки лет начинается? А то я трендычу, а не вижу активности. Со скольки лет физиологическое старение кожи начинается? Проверка связи. Молодец. Отличница, Аня Говоруха. Ага, девчонки, поехали. Да, на самом деле считается, что физиологическое старение кожи начинается с 25 лет. То есть, как бы вы не желали обратного, но кожа, к сожалению, с каждым днем она не молодеет. Вообще мы не молодеем. Жизнь, она идет, каждый день проходит. И с 25 лет уже многие девушки начинают замечать, что что-то стало не так. Например, если я раньше, ну, уснула с косметикой, там, пришла с клуба или откуда-то, уснула с косметикой, с утра встала, умылась, пошла дальше, на лице это не отразилось, то почему-то в 25 уже начинается такое, замечать, девчонки начинают, что-то не то. Я проснулась, у меня вот такие глаза опухшие, непонятные, то есть кожа как-то совсем по-другому ведет себя, уже какой-то серый, тусклый цвет лица, вот очень... Ну, что-то уже начинает не нравиться. Очень часто, конечно, мы
все с вами разные, это индивидуальный подход, но в общем своем, то есть такие статистические данные, они доказывают, что именно с 25 лет. Поэтому с 25 лет особенно важно ухаживать за кожей систематически и использовать базовый уход полностью. То есть, что такое базовый уход? Это очищение, тонизирование, дневной, ночной крем и крем вокруг глаз. То есть, это нужно тем девушкам, особенно проживающих в условиях города, поселков, где есть вот много автомобилей, особенно если есть заводы и так далее. Крупные города, здесь даже говорить нечего. Вообще без крема, без ухода, защиты на улицу страшно выходить. Я думаю, вы со мной согласитесь. А дальше еще один из популярных брендов – это Экологен. Экологен – это вообще наша фишка, это наша уникальность, потому что это запатентованная формула, которая есть только у нас. Экстракт стволовых клеток растений, которые придумали наши ученые. А вы все знаете, что у нас есть свой институт кожи. Поставьте плюсики, кто знает, а кто не знает, минусы. Такое знакомство, если новички есть, могут все-таки не знать. Свой институт кожи. Ага, Леночка знает. Кто еще знает, не знает? Вот, Ирина у нас не знает. В компании Oriflame, то есть компания Oriflame – это сетевая компания. И что значит сетевая? То есть чем она отличается? Ну, вот Oriflame, вот продукция, я вот ее так хвалю, а другие вот не хвалю. Условно. Смотрите, мы когда приходим в магазин, да, там известные магазины, там Литуаль, как они еще называются, Ригош, то есть там склад разной продукции, разных компаний. Как они туда попали в магазин, вот эту цепочку, вот согласитесь, мы ждать не можем. Навряд ли, что именно вот этот магазин едет напрямую ко всем поставщикам и берет у них продукцию. То есть, например, что там, Maybelline едет в Нью-Йорк, да, и вот где изготавливается эта продукция, берут у них, закупают. Там есть куча посредников. Я думаю, это ни для кого не секрет, да, вот эта вот цепочка посредников. И пока до самого магазина дойдет вот эта продукция вся, каждый раз каждый посредник за свою работу накручивает, делает наценки. По 30% накручивает. Также магазин, аренда магазина тоже стоит денег, да. Нужно продавцам, все, кто там работает, сотрудникам выплачивать зарплату. Это тоже наценка вся идет на продукт. Соответственно, мы приходим в магазин и уже видим соответствующие цены. Правильно? Вот я сейчас немножко сформирую видение, чтобы вы понимали разницу. И, кстати, совершенно не факт, что в магазинах, даже в крупных городах, вы покупаете действительно Maybelline, вы покупаете действительно Клиник, или что там еще есть у нас, Лореаль. Не факт, потому что когда вот эти вот посредники очень часто закупают очень выгодную подделку. Очень часто там в процентном соотношении прям процент очень высокий. И много есть роликов, где делается продукция. То есть она, в принципе, по качеству неплохого, но она далеко не Лореаль, далеко не Maybelline. И таким образом здесь есть риск, что мы покупаем подделку. Мало того, переплачиваем, еще подделку берем. Что значит компания Oriflame? Это компания полного закрытого цикла. То есть начиная от изготовления продукции, начиная даже с того, что у нас есть институт кожи, свой институт кожи, который ведут, где ведут исследования. То есть свой штат ученых, более 100 человек, свои ученые Oriflame, которые работают специально для того, чтобы наша кожа выглядело все лучше и лучше, потому что каждый раз придумываются формулы, которые нет ни у кого. И они, ну, так как компания Oriflame, она вообще с самого начала, со своего основания, она была, позиционировала себя как натуральная шведская продукция. Для них важна экология, важно качество и натуральность. То есть они придумывают все, что
чтобы более экологично делать и то, в то же время быть эффективными, потому что рынок у нас большой, каждый раз что-то появляется, вы сами понимаете, что здесь очень большая конкуренция. Поэтому эти ученые трудятся над патентами разными, которых нельзя потом будет повторить. Вот экологен – это наша запатентованная формула, экстракт стволовых клеток. Если вы более подробно в эту тему углубитесь, если вот вам интересно, мы это изучали, проходили, там действительно просто, ну, глазам не верится, как это все происходит и как работает коллаген на нашу кожу, как она воздействует. Она реально молодеет при помощи вот этого экстракта стволовых клеток. Поэтому вот кто еще не пробовал, не верит, да, кстати, Миш, спасибо. Я вас призываю попробовать, потому что действительно средство волшебное. Используется обычный коллаген 35+. Но вот смотрите, у нас везде есть какие-то ограничения, примерно с какого возраста. Но я вот уже для себя, например, прояснила. У нас все равно продукция натуральная, натуральные ингредиенты. Поэтому особого вреда, конечно, не будет, если вы раньше начнете пользоваться. Я так говорю, потому что коллаген я сама начала пользоваться. Меня там смущают какие-то морщинки, я вот решила начать пользоваться. Хотя мне только 30. И, например, если там девушка вот 25, ей там 23-24, она, конечно, может True Perfection. Это нужно смотреть по состоянию кожи для себя. Если вы там пару лет плюс-минус, ничего страшного. Но если девушка там 45, она решила взять коллаген, ей тоже может этот коллаген подойти легко, потому что 35 и дальше, пожизненно, как говорится, начиная с 35 лет. Коллаген, вот Миша пишет, что в распродаже как раз есть, вот я начинала с мини вот этой косметички, тоже себе взяла попробовать, как он мне подойдет, насколько будут ощущения. Прям классная косметичка. Во-первых, их хватает надолго, у меня вот до сих пор, у меня такой третий месяц пошел. То есть у меня есть как раз сыворотка, вокруг глаз вот этот маленький, и крем дневной, ночной. Вот сейчас уже заканчивается третий месяц, и я себе уже, ну, новую коллекцию запасаю. Уже нормальный крем большой взяла. Поэтому очень рекомендую пробовать и смотреть, как ваша кожа реагирует, потому что чем вы моложе выглядите, чем ухоженнее выглядите, соответственно, это ваш бренд. И даже вот мы с вами работаем в интернете, ну, мы выкладываем фотографии, и если, ну, на фотографиях красивая, ухоженная девушка, женщина, неважно сколько лет, все-таки люди к таким тянутся. У нас сейчас немножко другой век, и быть в теме со временем нужно, ухаживать за собой все-таки нужно. Средств. Эффект будет. Лена спрашивает про эффект, там в наборе всего три средства. Леночка, я взяла, например, себе, у меня там мама на заднем фоне, сейчас я уберу. Я, например, себе взяла тройное очищение, а не, взяла гель-пенку, тоник большую, обычную, и вот этот вот набор. То есть я, в принципе, всю серию сразу взяла, потому что только в комплексе будет максимальный эффект. Но смотри, Лен, если у тебя, например, есть в нашей, ну вот, из нашего каталога умывалка любая и тоник любой, то если ты возьмешь этот крем, эффект тоже будет. Вот смотрите, у нас есть правила для новичков, кто еще не слышал. В косметологии есть определенные правила. Первое – это нужно выбирать продукцию, уход за кожей в пределах одной компании. Почему? Вот компания Oriflame, каталог, да, компания Oriflame. И есть, например, других компаний. То есть там Avon, Ифраше, там еще какие-то, там Лореаль, Гринвер и так далее. Вот смотрите, что может быть. Вот разные компании используют свои какие-то ингредиенты, свои компоненты. И не всегда эти компоненты с разных компаний могут сочетаться друг с другом. То есть, например,
Орифлейм использует натуральные экстракты, там свои ингредиенты. Вообще Швеция с нами в одном часовом поясе, она вот российским женщинам очень подходит, по травкам своим даже подходит. А, например, какие-то другие бренды используют какие-то ингредиенты. И просто может быть либо какой-то конфликт у этих ингредиентов, они вот столкнулись, и реакция может быть. И вы не поймете, ой, у меня аллергия на что-то. Обычно говорят, у меня на Орифлейм аллергия. Да это не на Орифлейм ни на что, это просто реакция этих компонентов, они не подходят. Это, конечно, такой страшный вариант. Другой вариант обычно никто не замечает, потому что просто эта косметика не работает. То есть она абсолютно никак не действует на кожу, не питает, ничего. Они нейтрализуют друг друга. Понимаете? Поэтому, если вы уж пришли в компанию, пришли, открыли свой интернет-магазин здесь, просто возьмите себе, как любая уважающая себя женщина, возьмите себе все, выберите здесь, потому что вам это выгодно, во-первых. Вот я лично так сделала, когда заключила контракт с компанией Oriflame, даже не собираясь здесь работать, просто для того, чтобы вылечить свою кожу. И когда я увидела результат, я стала доверять этой компании, потому что у меня вот такое было впервые. И поэтому, друзья, это вот такое первое правило. И второе правило, что еще нужно? А, использовать базовый уход. То есть, если вы думаете, что вы купите крем один, и он вам разгладит все морщины, уберет вот все ненужные вещи на вашем лице, то вы ошибаетесь, только комплекс помогает. И базовый уход это обязательно. То есть это вот как почистить зубы. Вы же не спрашиваете, для чего мне чистить зубы? Вот для чего? Вот это то же самое. Для чего мне умываться, для чего протирать тоником, наносить крем дневной, ночной вокруг глаз? Почему это отдельно? У нас есть более подробная тема, мы как-нибудь ее тоже с вами осветим. Сейчас мы просто пока по брендам. Поэтому мечтайте себе, приобретайте потихонечку, смотрите на распродажи, ну, это того стоит. Потому что если вы, ну, когда вы увидите результат на коже своей, если была какая-то проблема, и вы тем охотнее будете рекомендовать эту продукцию, и вы будете уже себе верить, потому что вы увидите на себе, что продукция работает, что это не просто так, это не подвальная косметика, это качественный шведский бренд. У нас есть также бренд «Власть над временем». Вы знаете, этому бренду уже очень много лет. Я вот не буду врать, сколько, компании уже 50, то «Власть над временем» – это, наверное, тоже около 40 или как бы не больше, потому что уникальная абсолютно формула запатентованная. Чем она уникальна? У нас после 45 лет начинает старение кожи на гормональном уровне. То есть гормоны уже воздействуют на старение. То есть на каждом этапе она все глубже и глубже проникает. Ну, то есть старение на, как сказать, на каждый слой все глубже и глубже. У нас же кожа послойна, расположена, да, то есть первый слой дерма, там дальше глубже, жировая клетчатка и так далее. То есть на каждом этапе старения кожи она также глубже стареет. Вот 45 плюс – это гормональное, и, соответственно, здесь уже компоненты добавлены такие, как гинестеин сои, которые воздействуют именно на гормональное старение кожи, и уже по-другому с морщинками борется. То есть здесь уже, это дальше, уже и серия гораздо из больших средств состоит, то есть здесь и эликсиры, и капсулы, и молочко дополнительное. Чем старше у нас кожа становится, тем она суше. Даже если жирная кожа была в молодости, то вот ближе к 50 годам она все-таки сохнет, и ей нужно особое увлажнение, и уже нельзя использовать какие-то спиртовые средства. То есть на спирту ничего уже нельзя. Если у нас есть серия, как она называется, молодежная серия Пурскин, правильно? Да, Пурскин. Вот, там тоники спиртовые, то уже 45, ну вообще 35 нежелательно использовать спиртовые тоники, потому что они пересушивают кожу. И еще у нас такая
классная серия есть «Власть над временем» и «Dance». Это тоже серия, которая подходит девушкам 55+, в период менопаузы, там тоже определенная перестройка организма идет. И в этом креме добавлен такой компонент, как антиоксидант, то есть антиоксиданты и астаксантин. То есть это мощнейший антиоксидант, который выводит токсины все из кожи, за счет чего кожа становится моложе, это тоже на гормональном уровне работа такая идет. И у нас еще появилось просто, ну, что-то невероятное. Это косметика, это серия нового поколения, это уникальная серия на Бейдж. Да? Уже кто-то пробовал ее, уже кто-то рекомендовал, может быть, еще не у всех сформировалось, ну, правильное отношение к этой серии, но на самом деле это бомба. И чем больше вы в ней разберетесь, попробуете, тем и результат будет другой, потому что такой серии, наверное, мало какая компания может так вот заявить и гордиться. Ну, у нас есть отдельный тренинг по этой серии, ну, прям о ней нужно говорить очень подробно. Она стоит подороже, чем все остальное, но эффект просто, ну, удивительный. Особенно проводили исследования у женщин, которые не особо за собой ухаживали до этого, и буквально несколько применений при помощи вот комплексного ухода серии Novage Ultimate, эффект был просто поразительный, все женщины видели, как их кожа разглаживается, там определенные компоненты, которые заставляют работать фибробласты кожи. То есть фибробласты кожи, которые отвечают как раз за выработку эластина, как он еще называется, гиалуроновой кислоты, то есть все, что у нас вот на подтягивание контура, вот в молодости у нас это все хорошо работает, потом, чем кожа старше, она становится все медленнее и медленнее, вот эти процессы, и, соответственно, кожа там обвисает, морщины появляются. Вот что делает вот эта Novage, я прям фишку расскажу и дальше поедем. Наши ученые, опять же, придумали такую формулу, которая заставляет вот эти фибробласты работать гораздо быстрее, как будто бы они на 20 лет моложе. Вы представляете, что происходит с кожей? То есть она молодеет, она становится как будто 20 лет назад, вот кожа также начинает вырабатывать фибробласты. То есть получается совершенно природный способ, потому что это наши фибробласты начинают работать. Это вы не гормоны на себя налепили, да, там укололи ботокс, пластические или как-то. Это именно природно при помощи продукции, при помощи косметики, ухода. Ваша кожа начинает, она вспоминает, как нужно работать. Вот это вот так ученые работают в нашем научно-исследовательском институте, придумывают такие формулы. Поэтому, ну, вот лично я себе точно бы приобрела эту продукцию, ничуть не жалею. Но пока по возрасту мне не подходит 40+, как-то больше, но я думаю, можно что-то из этой серии будет потом попробовать, сыворотку, потому что там огромное количество еще витаминов, которые питают кожу. И серия действительно уникальна. Ну, дальше у нас послание, видите, 36, Оль, я бы взяла, например, ну, вот у тебя, в принципе, кожа хорошо выглядит, у тебя она ухоженная, но, допустим, я бы точно взяла, мне 30, я пользуюсь коллаген. Я бы обязательно попробовала Novage. Ну, как бы, я думаю даже, что в ближайшее время, я просто с косметологами советовалась, очищение я могу тоже спокойно использовать. То есть хуже точно не будет. А дальше смотрите по коже. И смотрите, еще вот в комплексном уходе, что такое комплексный уход? Это комплекс средств, которые вам нужно. Комплекс, он всегда дает более лучший результат. Согласитесь, чем что-то одно.
Да, я про Новэйдж, я тоже про него. Вольт. То есть, если вы используете правильно в комплексе, то эффект, соответственно, будет гораздо лучше. Если вы используете очищение, тонизирование, не забывайте, что еще у нас есть глазки отдельные. Их смывать теми же средствами нельзя, потому что если там не написано, что можно для глаз. Потому что здесь кожа у нас очень отличается от кожи лица в целом. То есть она здесь более мягкая. И стареть у нас что больше всех, быстрее всего начинает? Это вот как раз глазки, да, мимические морщинки. Поэтому за глазками нужно всегда такой полноценный уход. Мне кажется, вот когда девочка начинает уже красить ресницы тушью, как нам вот говорили косметологи, тогда нужно использовать крем вокруг глаз. Какой-нибудь легкий, какой-нибудь такой более мягкий, но использовать, потому что кожа сохнет, все, воздействие пошло на кожу вокруг глаз. Чем она раньше об этом позаботится, тем она дольше будет выглядеть моложе. Ну и для статистики я вот сейчас практически всем всегда говорю, когда мне начинают рассказывать про генетику, что у кого-то генетика хорошая, поэтому они молодо выглядят. Вообще доказанный абсолютно факт, мне кажется, и вы уже все знаете, что генетика это всего лишь 20%, а 80% это уход. Поэтому вот чтобы вы все знали, у нас Донского лилия это уход, потому что она больше 10 лет пользуется нашей продукцией, поэтому она так выглядит. И все завидуют, и все к нашей, ну вообще все наши друзья, знакомые, как даже вот Дима постоянно говорит, он говорит, вы там в Oriflame вообще, что вы там делаете? Вы там снадобья какие-то пьете? Вы все молодо выглядите. Ну вот он знает как наших знакомых, он говорит, вы вообще просто намного моложе своих лет, даже все время удивляется, забывает там сколько лет. Поэтому, друзья, это как раз-таки подтверждение, уход, правильный уход. Если вы тоже хотите таких результатов, просто пробуйте. Прислушивайтесь и увидите обязательно. Дальше у нас, ну, вокруг глаз мы поняли, да, отдельный крем нужен. Дальше у нас есть еще третий шаг – активатор. Вот иногда, даже очень часто приходят такие вопросы, для чего нужны сыворотки, для чего нужны капсулы, да, не хочется же лишние деньги тратить на все это. Ну, вроде, ну, зачем они? На самом деле это отличные активаторы. Они усиливают во много раз действие кремов. Во много раз. И бывают такие случаи, когда кожа, ну, является, например, различные праздники, вечеринки, бессонные ночи. Вот у нас много мамочек в проекте с маленькими детьми. И вы, думаю, знаете, что это такое бессонные ночи. А выглядеть-то хочется всегда хорошо, согласитесь. И для этого нам помогают для таких случаев очень капсулы и сыворотки, которые действуют практически мгновенно. Они убирают отеки, они делают кожу более свежей, более такой насыщенной витаминами. Поэтому, соответственно, кожа выглядит моложе и здоровее. Есть такое понятие, как стрессированная кожа. То есть, когда очень часто, ну, девушка, женщина работает, очень часто в стрессовой ситуации находится, естественно, кожа на стресс, она тоже реагирует. И поэтому стрессированная кожа, как она может выглядеть? Она уставшая, серого оттенка землянистого. То есть, ну, есть какие-то припухлости. Я думаю, вы каждое у себя такое замечали, потому что, ну, стрессами все-таки сейчас окружающий мир у нас полон. Буквально выходишь из дома, стоит только сходить в какой-нибудь пенсионный фонд или еще куда-нибудь, там, в паспортный стол, и там уже стрессов, во, сразу. Поэтому просто выйти на улицу, уже вот что-то там начинает рассказывать, там самолеты падают. Я вот тут недавно узнала, что оказывается у нас эпидемия в городе. Я об этом не знала, я же не смотрю телевизор, у нас таких новостей нет, в основном не болеет никто. Поэтому и тут смотрю, люди в масках ходят по городу. Я такая, а что это в масках? Прихожу к Коровскому в офис.
Я говорю: «Валентина, а что в масках-то все ходят?» Он говорит: «Оказывается...» Ой, он говорит: «Не обращай внимания, я вижу, ты нормальный человек, не смотришь телевизор. Ну, это обычно выдуманная простуда, ну, раздувает, это же нужно. Видимо, опять нужно какую-то сыворотку продать, ну, чтобы люди пошли, лечились. То есть это обычный ход такой, да, масочный режим. Ну, вот видите, а мы не знаем. Поэтому разве не стресс? Вот вышел ты, а оказывается, там масочный режим. Ну, как страшно, теперь на улицу нельзя выходить». Ну, к позитивным людям это не относится. К ним такое не приклеивает. И, конечно же, к тем, кто от wellness. А wellness мы пьем всегда. Такое вот отступление. Поэтому активаторы, они тоже нам очень помогают в борьбе вот с такими стрессовыми ситуациями. И, соответственно, они во много раз усиливают действие крема. Представляете, вот в креме заложены какие действия, и благодаря активаторам еще больше он активничает, то есть еще больше там борется с морщинками, неровностями и так далее. Поэтому комплексный уход – это, конечно, наше все. И, конечно же, для женщин важно, чтобы это не занимало много времени, потому что вот кто-то приходит слушать, даже я когда первый раз слушала, была на тренинге косметолога, работала еще в больнице, ну, как бы у меня со временем вообще было, ну, я жила в больнице, как бы, времени вообще не было, там поспать-то, урвать время, а тут вот это вот очищение, все так страшно звучит, тонизирование, кремы, питание, увлажнение, столько всего, да когда же? На самом деле 2 минуты, 2 раза в день, это просто ваша привычка, вот привычка чистить зубы, привычка ухаживать за собой. Какие привычки вы в себе формируете, ну, такая будет ваша дальнейшая. То есть формируйте позитивные привычки, и уход за собой – это именно позитивная привычка. И абсолютно простые шаги при помощи нашего каталога продукции – это намного легче все делать. Кто-то, например, иногда, сейчас такое редко встречаю, но любят натуральные средства, например, вот ваша косметика, это там ерунда, ну, редко такое сейчас услышу, но все-таки, вот этот, клубничку на лицо нанесла, там, морковочку, и лучше всяких там ваших средств. На самом деле, да, это вообще супер средство, особенно если вы внутрь питаетесь больше растительности, это, да, супер, но, опять же, если говорить именно о уходе, о морщинах и антивозрастном уходе, как его лучше называть, то клубнички, огурчики воздействуют только на поверхностный слой кожи. Соответственно, они ничего там вам с морщинами делать не будут. Вот, мама прошла, думала, ее никто не видел. То есть, поэтому имейте в виду и людям об этом говорите. Это же вот возражение, особенно в деревне, ну, есть вот кто проживает в деревне, у нас говорили: «Ой, косметика, какая косметика не нужна, вон, заварила овсяночки, на лицо нанесла, и все, всю жизнь молодая». Но на самом деле, ну, вы можете теперь такой весомый довод сказать, хотя вот уже редко слышу такое, что на самом деле проникновение вглубь кожи способны только, ну, специальные средства, есть такие компоненты. Поэтому ухоженная, сияющая кожа – это красота и здоровье ваше. Ну и здесь вот поэтапно я сейчас не буду вам каждый озвучивать шаги. Да? Первый шаг – это очищение. Мама, можешь прям проходить. Потом глазки у нас, крем вокруг глаз. То есть как наносить правильно, вот на этом остановлюсь. У нас уход за глазками – это вообще, это такая, знаете, представьте, что это роза, лепесток розы. Вот чуть-чуть его сожмешь, и он какой становится? Все, вот уже потрепанный. Вот относитесь к вашим глазкам так же. Аккуратно снимайте косметику с глаз. То есть я, например, прежде чем, ну, средством снимать, я сначала водичкой первый слой туши снимаю, чтобы не втирать тушь в глазки. И, соответственно, кремы мы наносим на пальчики самые, которые наименьшее давление оказывают, безымянные. И похлопывающими движениями от внешнего уголка века к внутреннему, достаточно подальше от этого, от глазок отступив, потому что если с
слизистые оболочки близко нанесете, то иногда слезятся глазки. Тоже запоминайте. Достаточно похлопывающими движениями вот так нанести, можно чуть-чуть по верхнему, но не близко к веку. Это будет, ну, правильный уход. И дальше ток лимфы сам разнесет питательные вещества. Вот таким образом мы наносим кревик. Ну, про сыворотки я уже сказала, вот как действует сыворотка, очень хорошо показано на коже. Мгновенно идет разглаживание. То есть, если сыворотка разглаживающая, то просто мгновенно все это происходит. И увлажнение питания. Ну, вот я что скажу. То, что если мы кожу либо увлажняем, либо питаем, то, соответственно, это будет нехватка для кожи. Но всегда пример такой приводим, особенно после тренинга косметолога Назаровой, который вот мы недавно проходили. Она очень наглядно так нарисовала, и я тоже пользуюсь этим и рассказываю своим знакомым, кто еще не понимает важность. Но вот смотрите, если вы, например, пользуетесь только дневным, вот представьте, вас посадили на воду, и вы только воду пьете, а еду вам не дают. Вы пьете воду, все. Долго вы протянете на воде? Ну, протянете достаточно долго. Но потом пойдут процессы такие уже необратимые, да? А если, например, вам только еду дают, то есть пищу без воды, воды вам не дают вообще, тоже. Как кожа, как вы себя будете чувствовать? Вот представьте, то же самое испытывает кожа. Дневной крем – это вода, увлажнение. Ночной крем – это питание. Соответственно, особенно вот после 25 лет, вот это разделение кремов обязательно. Ей нужно и кушать, и пить. Компоненты разные, действия их разные, поэтому они отличаются. Помните это, говорите своим, опять же, знакомым, подругам, тем самым вы поможете им справиться с какой-то проблемой. У нас есть также серия «Королевский бархат», которая подходит для всех типов кожи 40+. Вот фишка именно королевского бархата – это изофлавин ириса. То есть это черный ирис, уникальный компонент, которого, ну, формула запатентованная, тоже вы не встретите просто так. И она очень здорово разглаживает кожу. Подходит очень хорошо для обезвоженной кожи, для сухой кожи. Очень хорошо действует, действительно становится кожа как вот ирис, такая вот гладкая, нежная. И какие у нас есть комплексы, рекомендуемые средства? У нас много различных серий, также есть серия Диамат, просто потрясающая, то есть лучшие друзья девушек – это бриллианты, да, а именно в креме Диамат содержится алмазная пудра. То есть алмазная пудра, которая подсвечивает кожу изнутри. Она благодаря этому свечению очень омолаживает. И в этой серии есть мицеллярный лосьон, который сейчас очень модно в косметологии использует практически каждая компания. И тоже очень такой деликатный уход за кожей. Подходит для всех возрастов, для всех типов. Воздействие на кожу потрясающее, там она и успокаивает, и тонизирует, просто потрясающий эффект с алмазной пудры. И вот такие можно комплексы собирать. Ну, про антивозрастной уход я тоже говорила, какие фишки, это генистеин, соя, масло ши, и власть над временем, конечно, творит чудеса, действительно она берет власть над временем. И антивозрастной уход. Это серия Time Reversing, которая как раз-таки уникальна своим антиоксидантным комплексом, который выводит токсины. Ну и в комплексном уходе мы обычно подсчитываем, сколько стоит уход, если вы для себя берете, и сколько стоит спа-процедура в салоне. Потому что, ну, заметили, вот кто посещал спа-салоны, кто вот знает эффект. Когда выходишь оттуда, и ты вот вся такая отдохнувшая, просто цветущая, пахнущая, потому что там компоненты используются классные, расслабление полностью.
И, к сожалению, вот не каждый единственный может себе позволить спа-салон, ну, хотя бы раз в неделю. Да, вот есть у нас кто может себе позволить. То есть вот у меня есть такая цель. Каждую неделю спа-салон. Я себе уже спа-салон выбрала. То есть, понимаете, 1500-3000 это вот минимум. И за один сеанс. А здесь вы покупаете себе комплекс, который хватит там на 3 месяца с кремами. Ну, чуть-чуть быстрее заканчивается уход, тоник и очищение. Побыстрее. Но если вы все это, например, человеку, клиенту, себе даже разделите, просто разделите, сколько по месяцам, то ваш уход стоит копейки, но результат какой? Поэтому, друзья, не экономьте на себе, подсчитывайте, показывайте это людям. И у меня по комплексному уходу все. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их. Если вопросов нет, то тогда с вами будем закругляться. И мне важно, чтобы вы написали обратную связь. Для кого что было полезно, может быть, кто-то что-то новое узнал, может быть, хорошо забытое, старое. И кто что будет использовать. Напишите, пожалуйста. Если вопросов нет, спасибо, Оля, за комплимент. Ну что ж, Орифлейм, мы как всегда говорим, если нам делают где-то комплимент, то есть это такая самореклама, ну там Лилия, я, мы всегда говорим, Оля тоже, мне кажется, говорит, что Орифлейм, приходите, будете так выглядеть всегда. На вейдж на лето взять? Оль, ну вот я не знаю, насчет лета или не лето, вот, ну, я бы сейчас точно взяла, потому что сейчас весна, и весеннее время витаминов, ну, все равно их меньше, и меньше хватает вот эти авитаминозы придуманные, и коже будет полезно переход вот это из зимы в весну, там потому что очень много прям такой насыщенный разными витаминами, что не используешь до лета, в холодильник положишь, и ничего не случится с ним. У меня очень часто остаются кремы, вот сейчас я коллаген взяла, я тоже где-то до лета буду использовать. На лето я более легкие перехожу. И я просто убираю их в прохладное место, они лежат, с ним ничего не будет. Потом начинается чуть-чуть холода, смена климата, начинаешь опять их использовать. И Миша слушал, ну здорово. Ну все, друзья. Тогда скорого свидания. Всего вам хорошего. Оставайтесь красивыми, ухоженными. Притягивайте к себе взгляды всех. И успехов вам в нашем деле. Всем пока.